Так, сегодня нас приехало достаточно много народу, даже новеньких много. 16 октября 2022 года Ярополк, не изменяя своим традициям, вновь приехал дружить с холодной водой. Сегодня в России отмечается праздник День отцов, а также День работника дорожного хозяйства и пищевой промышленности. Именно эти три праздника мы объединяем в нашем купании. На улице плюс 8 градусов, даже плюс 7. Солнце, но вода... холодная! Хочу поздравить всех отцов и работников пищевой промышленности и дорожного хозяйства. Воспитывайте сильных, мужественных людей и делайте ровные дороги. Желаю таким гигантам, как Мираторг и Вкусвилл, хорошего и здорового питания. Просто красавчик, посмотрите, какая у него прическа. Вот я прям доволен, что мои нравоучения, да, наконец-то длинный волос убрал. ЛГБТ-шник. Поздравляю всех отцов с праздником отца. Чтоб всегда стояли за свою семью. Пеките хороший хлеб и делайте хорошие дороги. Без гор и без дыр.